Здравствуйте, братцы. Здравствуйте, братцы. Меня зовут Виноградов Владимир, кто не знает. Значит, со своим молодым, амбициозным, малочисленным коллективом, скажем так, единомышленников, решили мы создать новую, так сказать, рубрику наших передач, которая будет называться «Вин Дизель». Почему «Вин Дизель»? Объясню. Потому что, ну, я страстный приверженец дизелей, хотя есть у меня и бензиновые, так сказать, автомобили. Но, тем не менее, дизелей у меня больше. И поэтому, значит, наши выпуски будут в основном посвящены дизелям. Вот, в частности, вот сегодняшний наш первый выпуск будет посвящен Nissan Patrol 2000 года выпуска. Коробка механика, коробка переменных передач механики пятиступенчатая, дизель трехлитровый, турбированный. Сергей Сергеевич, создавая Top Gear, мы снимали такой обзор, ну, поверхностный обзор патруля. И в отзывах наши подписчики и не подписчики, то есть просто кто смотрел, значит, много нелестного сказали о патруле. Но, тем не менее, я объясню, почему патруль у меня есть, почему я его приобрел, чем он хорош. Ну, отрицательно, так сказать, про него я ничего плохого не могу сказать. Почему? Потому что шестой год я его, значит, эксплуатирую. Пробег за 6 лет, значит, составляет 115 тысяч километров. И вкратце я хочу сказать, для чего вообще это весь выпуск. Выпуск сделан для того, чтобы, скажем так, посоветовать юным патрулеводам, конечно, которые зубры, и у которых уже патрули там по 10, там по 5, может быть, по 15 лет. Они, конечно, все знают, все плюсы, все минусы. Но, тем не менее, я хочу сделать советы и объяснить, почему я выбрал патруль. Ну, потому что это большой универсал повышенной проходимости. Нельзя сказать, что он, значит, вседорожный. Ну, почему? Потому что, ну, он еще и тяжелый вдобавок. И его надо, так сказать, обувать в специальные шины и все остальное. У меня стоят, значит, всесезонные шины Мишелин. Почему? Объясню. Потому что, значит, сразу уже начинается с советов, да, юным патрулеводам. То есть надо сначала определиться, для чего вы его покупаете. То есть я купил как большой универсал повышенной проходимости. То есть 5 человек здесь сидят свободно. Значит, багаж их здесь огромный. Я так думаю, туда если 400... Ну, я один раз, я вам сейчас врать не буду, я один раз на нем привез 12 мешков, ну, так надо было. Вот я заливал тут, подливал фундамент, 12-50 килограммовых мешков цемента, то есть 600 килограммов. Ну, естественно, пассажир был только один я, сиденье все сложил и культурно разложил весь цемент. То есть по грузоподъемности автомобиль обалденный. По вместительности тоже обалденный. Трехметровые брусочки вот
на полочке я привозил, они убираются как раз от зада вот как раз до панели. То есть 40 штук я привез, не открывая окошек. То есть все убралось, так? Вот, и поэтому, значит, почему я его приобрел? Ну, уже объяснил, значит, и сразу советы начинающим патрулеводам. То есть вы определитесь, для чего он вам нужен. Если вы его решили убивать на грязи, то лучше купить сразу УАЗик. Это в разы дешевле. Объясню почему. Потому что все, что покупаешь на патруль, это, естественно, в разы дороже, чем на УАЗик. Ну вот, не секрет, великого секрета в этом нету. Значит, автомобилю в этом году исполняется 19 лет. Понятно, что он эксплуатировался. Я третий хозяин. Вру. Я в России только третий хозяин, потому что автомобиль был в 2007 году был пригнан с Германии. Вот. Я третий хозяин. Ну, первый хозяин, так сказать, ну, скажем, мой коллега, у него случился инсульт, и долго на нем не проездил. Вот. Я брал у своего знакомого. Мой знакомый ярый поклонник больших бигфутовских, я скажу так, колес, которые, ну, грубо говоря, как 66-го. Я у него брал Mitsubishi Pajero Sport на таких же колесах и, естественно, патруль на таких же колесах. Но езда на луноходе не очень меня прещала. Почему? Потому что, ну, хоть у нас правила дорожного движения не запрещают двигаться по дорогам общего пользования на луноходах, но этот гул мне, как на 66-м, да, до 80 километров меня никак не устраивал. Поэтому с Божьей помощью эти колесики продал и поставил всесезонный Мишлен. Вот. Но если, так сказать, вы собрались на нем покорять наше российское бездорожье, то в деньгах это дороговато будет, я вам скажу, да? Потому что всякая всячина, что на него стоит, ну, в разы дороже. Ну, вот если шестерку я сравниваю, то на шестерку любая запчасть такая же, как и на патруль, в 10 раз, значит, дешевле, значит, на патруль в 10 раз дороже. Вот, первый совет начинающим, значит, патрулеводам. Я понимаю, сейчас критиков наберется, но первый совет – это покупайте резину для тех дорог, по каким вы будете ездить 90% в эксплуатации, значит, своего машины. Раз. Значит, дальше заправляйте, значит, машину хорошим топливом. Ну, я в основном заправляюсь на Лукойле. Никакой рекламы нет. Один раз я заправился на Газпроме, там мне налили воды, у меня замерзла вода в фильтре тонкой очистки, поэтому она у меня ночью постояла, я не смог ее завести, пока не поменял фильтр. Вот, и не загнал машину в тепло. Дальше. Естественно, масла желательно заменять и заливать. Ну, рекомендуемые заводы-изготовителя. В частности, сейчас я вам покажу, братцы. Я сейчас покажу быстренько. Сейчас я вот заливаю вот такое масло. Какое написано, я такое заливаю. То есть 5W40, синтетик. Вот тут написано Nissan. Вот. Естественно, фильтр оригинальный. Почему оригинальный? Потому что, опять же, советую начинающим патрулеводам все покупать оригинальное. Почему? Потому что, значит, первый год эксплуатации, естественно, желая сэкономить. Ой, купил, братцы, топливный фильтр, не оригинальный, как он там называется, ну, похоже, как он там называется, не помню. Ну, не оригинальный, короче говоря, он в два раза дешевле оригинального. Короче, поставил я его, через 900 километров у меня машина, такое ощущение, просто привязали мне чушку 4-тонную, и машина вообще не едет. Вообще не едет, то есть педаль, значит, в пол, машина не едет. Естественно, я запасливый парень, купил два фильтра. Второй фильтр ставлю, опять же, не оригинальный. Но он мне проехал чуть больше, 950 километров. Такая же история. Не едет. Давай, значит, обратился к знатокам по Ниссанам, патрулям. Ну, один парень мне посоветовал, говорит, поставь оригинальный фильтр и посмотришь, что будет. Поставил оригинальный фильтр, и 10 тысяч на нем ездишь свободно. Но, опять же, маги интернета, почитал в интернете, что, оказывается, братцы, родной оригинальный фильтр, значит, как сказать это, не чистота, ну, в общем, фильтрует он хуже,
чем наши отечественные. И поэтому, значит, по совету, есть такая фирма в Павлов-Посаде, она занимается тюнингом, кстати, патрулей. И вот там рекомендовано ставить наши отечественные фильтра, вот что на КамАЗы, на МАЗы, такие сепараторы, если кто видел. Вот я его сейчас покажу, вот сейчас, секунду, открою и покажу, братцы. Вот я его поставил, и машина стала совсем другой. То есть вот этот фильтр, вот родной, сразу показываю, вот родной фильтр, то есть вот его объем, и фильтр, значит, который подходит, устанавливается на КамАЗы, на МАЗы и на всю эту, значит, нашу технику, вот, он в два раза по объему больше, чем родной. Но я не знаю, с этим ли связано, не с этим, но машина, правда, поехала значительно лучше, то есть на пятой скорости она у меня сейчас стала разгоняться с 70 до 140 разгоняется хоть бы. Да? Вот, то есть еще один совет, что если поменяете фильтр, будет, ну вот у меня, по крайней мере, у меня такое ощущение, как будто у мотора добавили два цилиндра. Сейчас, может быть, кто-нибудь меня будет поправлять там, всегда приму дельные советы. Также, значит, есть у меня большущая мечта про этот мотор. Ну, все пишут, он боится перегрева. Понятно, что боится перегрева. У меня, и, значит, на автокране Днепре такая же история. Перегрел моторчик. Один товарищ у меня ездил на нем. Пришлось менять прокладки. Благо, значит, только обошлось дело прокладками. Вышибло прокладки. Вот. Здесь рекомендует вот та же тюнинговая компания. Мечта у меня, конечно, к ним, значит, заехать это сделать. Рекомендует поменять кулер. Почему? Потому что, ну, вот, значит, родной кулер, он составной, из трех частей, то есть два бачка и середина, и немного сопливит он, хотя вот мне он, так сказать, проблем никаких не создает, но тем не менее, они ставят целиковый, сварной, объемом больше, то есть больше охлаждает воздух, и еще, значит, они убирают полностью ЕГР, который душит мотор, ну, экологии. Вот у меня мечта, это удовольствие в прошлом году стоило, то есть в 18-м 30 тысяч, ну пока у меня таких денег нету, ну мечта есть, конечно, если я накоплю, ну может быть там цена побольше, ну может 40 тысяч, накоплю, с тебе свяжусь, и у меня есть мечта поставить, значит, кулер целиковый, сварной, убрать ЕГР, который правда душит, я почитал в интернете, все пишут, что душит, ну естественно, вот фильтр. Ну, фильтр, так как я уже поставил, значит, не надо мне менять. Поэтому, значит, для начинающих патрулеводов совет ставить отечественный фильтр. У него лучше, значит, фильтрация нашего замечательного топлива. Значит, ЕГР убрать, поставить неразрезной кулер. Ну, естественно, я еще раз говорю, возвращусь про колеса. То есть, если вы ездите 90% по хорошим дорогам, значит, с твердым покрытием, то лучше покупать резину соответствующую. То есть я вот купил, значит, всесезонную, обалденная резина. И шипы не ставлю на зиму. Почему? Потому что, как правило, гололед у нас только в небольших городах, потому что в больших городах льют, будь здоров, всего. Вот. Теперь, значит, по ремонтопригодности. Два слова начинающим, опять же, скажу. Не ленитесь менять масло в двигателе. Масло в двигателе, ну, опять же, по советам бывалых, масло в двигателе я меняю раз в 7,5 тысяч. То есть получается два раза в год. Ну, у меня средний, значит, пробег годовой 15 тысяч километров, поэтому, ну, вот я и меняю два раза в год. 7,5 тысяч проехало, меняю все фильтра, значит, на второй замене масла, то есть второй раз масло меняю, то есть на 15 тысяч я меняю, то есть раз в 15 тысяч меняю воздушный фильтр. Ну, все пишут, если чаще, то можно, но по полям я не езжу, поэтому фильтр вроде в нормальном состоянии. То есть, как и в любой технике, вовремя менять масла, фильтра, все эти, значит, жидкости технические, которые есть в машине. В общем, следить за машиной. Ну, если, так сказать, вы посмотрите подкапотное пространство у меня все чистенько, красивенько, протертника, без подтеков и всего остального. Вот, поэтому первые, так сказать, основные советы какие? Я говорю, колеса, масла, фильтра, ну, техуход соответствующий. И тогда машина будет вам служить верой и правдой. Я, значит, за вот 6-й год у меня эксплуатация идет. Значит, что я сделал? Машине 19 лет, повторюсь.
Прошлый год я поменял, значит, на, в общем, беда какая случилась. Видимо, грязи было много. И в таком месте неудобно, где рама, излом идет над баком, да, топливным бак сзади. И, значит, проржавело, не проржавело. Ну, в общем, замкнуло массовый провод габаритный. И у меня стал представитель говорить. Ну, я сделал радикально, как и на всех своих машинах, сам поменял все. То есть взял ножик, отрезал эти провода и заменил по 1,5 метра слева и справа провода на задние фонари. Все, проблема, значит, с замыканием у меня ушла. Ну, естественно, сам. Условия гаража, как видите, вот я стою, ну, можно хоть в майке здесь, ну, 17-18 градусов. То есть я делаю все сам. Вот. Чего еще я с ней сделал такого глобального? Глобального я сделал прошлый год. Мне ее всю, я отогнал ребятам ее, потому что, ну, состояние такое, что не совсем она была праздничная. Прошлый год ребята мне, значит, ее отогнал к знакомым специалистам. Мне ее всю разобрали, кроме лобового стекла, остальное все вытаскивали. Все разобрали, все зачистили, промовили, прогрунтовали. В общем, все обработали и заново все покрасили. Вот. Кому интересно, сколько это стоит и сколько это делали, ну, делали долго, конечно. Почему? Потому что хорошо. Я пришел, то есть ничего не было, ни крыльев, ни дверей, ни капота, ни стекла, вообще ничего не было. Вообще ничего не было. Голая машина была, мотор единственный снимали, и лобовое стекло. Остальное все сделали. Вот. Особо хлопот скажу. Сейчас скажут, ну вот, ты сколько вложился. Я еще раз объясню, что я делал для себя, чтобы не стыдно было выехать. И машина еще долго, верой и правдой, служила моей семье. Вот, значит, почему, опять же, сказал Nissan Patrol, ну, еще раз объяснил. Он самый большой из, так сказать, джипов, который у меня был, из внедорожников, скажем так. То есть Mitsubishi Pajero Sport, да, хороший, но он чуть меловатый. Значит, Nissan Pathfinder замечательный, но это не джип. Почему? Потому что независимая подвеска, мостов там, значит, здесь не разрезные мосты. Там не караул, там 8 шаровых, ну, у меня здесь все включается механически, и пониженный ряд, значит, и подключение передка, и, значит, блокировка межсетевого дифференциала, там все кнопочками. Здесь я уверен, что у меня будут крутиться 4 колеса, а там ты кнопочку нажимаешь, лампочка загорается, как будет у тебя передний привод, а соленоид какой-то подржавел. Ты думаешь, что у тебя крутится, у тебя не крутится. И один раз я побуксовал 2,5 часа просто в луже, на которой мимо просто приезжали восьмерки, смотрели меня как дурака. Да. И поэтому я решил все-таки, что внедорожник должен быть с неразрезными мостами и с механическим приводом и коробки, и раздатки. Вот. Так что, братцы, если есть какие-то вопросы, задавайте, потому что это, значит, не крайний выпуск про патруля. Почему? Потому что есть у меня желание снять защиту. Вот посмотрел, соплеется, что-то у меня вроде как бак в заливной горловине. Почему, не знаю. Вот хочу, мечта у меня, ну не мечта, а желание. Я, наверное, на следующей неделе вот буду, значит, сниму там защиту. Защита у меня начинается от переднего бампера, заканчивается. Она из 3 частей состоит, на заднем бампере. То есть ездить удобно, ремонтироваться, конечно, не очень удобно, потому что надо снимать, она, во-первых, во всю ширину, значит, машины почти, ну, в ширину рамы точно, вот, и поэтому, ну, доступа к агрегатам не очень таки удобный, поэтому ее надо снимать. Вот, значит, я на этой неделе думаю провести такую работу, сниму защиту, может быть, сниму и бак, и почему? Потому что у меня еще есть подозрение, что там водичка как-то попала. Ну, за такое время, с 19 лет, она и могла попасть, да? Потому что, когда меняю фильтра, всегда присутствует водичка. Может, она и в солярке присутствует, а может, еще и в баке. Поэтому я хочу снять бак, значит, помыть его, почистить, покрасить, поставить обратно и посмотреть, что будет. Будет ли опять вода попадать. Так что, братцы, ну, вот такой, скажем так, не обзор, а советы, которые советы юным патрулеводам от человека, который маленько поэксплуатировал. То есть я эксплуатационник, да? То есть не буду я перечислять, как Иван Сергеевич Зинкевич, ньютоны на метр, там какой-нибудь там крутящий момент и все остальное. Ну, просто такие житейские советы от человека, эксплуатирующего Nissan Patrol. Ну, я не скажу, что это я уже очень долго его эксплуатирую. Эксплуатирую, значит, еще раз говорю, 6-й год. Машина мне нравится.
Понятно, что идеальных машин нет. Естественно, у меня вот когда был Audi A3 Sportback, естественно, и поскоростнее, и покомфортнее, и потише. Ну, идеальных машин нет. Меня машина устраивает по объему кузова, ну, скажем так, и по динамике. Я уже, так сказать, не 20-летний, чтобы со светофора с визгом, да ни к чему это. Поэтому, братцы, смотрите, Вин-дизель, будем рассказывать про дизеля. Дизелей у нас хватит в запасе, он стоит. Юрик у меня экскаватор, про него тоже буду рассказывать. Днепр, про него рассказывать буду, ну, про МАЗ тоже. Так что, братцы, подписывайтесь. Нравится, не нравится, пишите, советуйте, что бы может изменить мне для лучшей, так сказать, работы и лучшей эксплуатации, значит, техники. По кондиционеру, еще раз говорю, вот, то есть по основным агрегатам никаких вопросов нет. Машина очень замечательная, меня устраивает. Все пишут, конечно, а вот бы если ее в грязь она мне не нужна. Она мне нужна, чтобы я проехал и заехал туда, куда я хочу. Я уж извиняюсь. Но матом скажу, в ебеня я не езжу. Так что, братцы, всем удачи. Смотрите Вин Дизель. Ну, если есть пожелания, дельные только пожелания, не просто говносрач, а дельные пожелания, что сделать с машиной, то как улучшить, грубо говоря, видеоряд, может быть, нашего вещания. Ждем ваших предложений. Всегда ваш, с уважением. Дядя Вова Виноградов. До новых встреч. До свидания. От старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал. Ой-ё, 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 ой-ё. Сосед у них на фабрике стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка: не жди, останусь у Гали. По телеку рядятся, как дальше жить достать.